самые разные штучки. Да, ребятушки, если вы не успели посмотреть цену, вы можете поставить на паузу, чтобы все увидеть. Это всякие разные шампунчики и кондиционеры для волос, да, ребятушки. Всякие разные краски. Ой, ребятушки, смотрите, это же разные штучки для чистки зубов. Так, зубные щетки, зубные пасты и много-много другое. Так, это у нас для стирания вещей, стирательный порошок, да, ребятушки. 85 рублей, это уже большие. Да, ребятушки, это у нас колготки, да. 179 рублей, всякие 250, я буду округлять, ребятушки, 250, 210 рублей, да. Так, смотрите, вот еще штучки, это всякие крема для подтягивания лица, да, ребятушки. Так, а мы идем дальше, ребятушки. Смотрите, написано «натуральная косметика». Если это так, то это очень-очень хорошо, да, ребятушки? Смотрите, розовая вуаль написано, розовая вода. Ребятушки, это просто-просто красотень. Она так вкусно пахнет, розочка. Я вам советую, ребятушки. Так, смотрите, это у нас сухой шампунь, да, ребятушки. Я еще ни разу в жизни не пробовала сухой шампунь. Так, это что? Это у нас бальзамчики, шампунь, комфорт написано. А вот и у нас всякая такая косметика. Там прям. Так, всякие туши, там хайлайтеры, там немного-много другой помадки и пудры, конечно же. Так, смотрите, тут разные оттенки. Можете хоть и поставить на паузу, если не успеваете. Это я еще раз вам скажу. Так, смотрите, а это у нас шампуньки. Ну, гель-душ написано, значит, это что-то с душем связано, да, ребятушки, для душа, короче, гель. Так, смотрите, много-много чего есть. Вот даже детская есть, ламы, такая милота. Да, ребятушки. Так, питание, крем-гель всякие, крема для... крем-гель, короче, ребятушки. А вот смотрите, еще что-то, да, ребятушки, это тоже крема, да, ребятушки. Это гель для умывания, это, кстати, новиночка, ребятушки, это круто. Вот всякие масла, всякие штучки, там это тоже для умывания. Хит продаж, ребятушки, это же круто. Да? Да, конечно же, ребятушки. Так, так, идем. Смотрите, всякие, это молочко мицеллярное, да, ребятушки, это очень круто. Хотя, ребятушки, я в косметике не разбираюсь. Ой, ребятушки, это же маска-пленка. Это я знаю, ребятушки. А вот, ребятушки, маленькие-маленькие косметички. А вот, ребятушки, патчи и маски. Да, ребятушки. Так. Это всякие штучки для малышей, ребятушки. Смотрите, всякие разные штучки, детские спрея всякие. Так, это что это? Я не знаю, ребятушки, что это? Так, ну это типа гель для ванны, не знаю, ребятушки, наверное. Так, сейчас я вам покажу. Маски для лица, да, ребятушки. К сожалению, 80% человек на меня не подписаны. Подпишитесь, пожалуйста. Ну что, ребятушки, на этом прекрасном моменте я буду завершать это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии.